сказал, что нельзя заново изобрести велосипед. Сегодня мы познакомимся с конструктором Василием Галихиным и узнаем, как можно усовершенствовать этот двухколесный транспорт. Велопаровозик, вездеходы, велосипед Артамонова – и это не предел фантазии зареченского изобретателя. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какой самый первый велосипед вы усовершенствовали? Была одноместная велорикша. В общем, нам необходимо было для ежегодного карнавала, который у нас в городе проходит, нужно было по сценарию провести вот на чем-то, на какой-то карете принцессу. Василий соединил два велосипеда, а карету сделал из инвалидного кресла. Местным жителям так понравилось изобретение, что вскоре студенты стали таксовать на велорикше. Но и мы не остались в стороне. С удовольствием совершили велоэкскурсию по Заречному. Чувствую себя как в танке. Даже управление вездеходом такое же. Если нажимаешь на правый тормоз, останавливается правое колесо. А если на левый – левое. Таким образом можно и поворачивать. Родилась идея сделать вездеход, который бы у нас был и по земле, и по воде. Вот. Всю зиму мы его ваяли, так скажем, варили, делали. На следующий год он у нас уже... Нормально по воде гонял, на фестивале мы его возили. Неудивительно, что на узких дорожках в парке на таком габаритном вездеходе я создала пробку. Юным гонщикам пришлось откатить машинки вручную, а мне ехать по бездорожью. Но этим колесам любые препятствия нипочем. Сделали рикшу, но чем-то еще надо удивить людей. Тем более у нас как бы тут фестиваль очередной намечался. Сделали вот велолипсоиды. Чтобы там для интересных таких гонок. Так мы и решили устроить небольшую гонку. Наша цель не только как можно быстрее прибыть к финишу, но и поднять настроение себе и окружающим. Очень необычно ехать на прыгающем велосипеде. А прыгающий он именно потому, что у него смещен центр переднего колеса. Такие покатушки очень поднимают настроение. Ну вот это наше последнее творение, которое мы сделали. Который вот пока всех больше нравится на народу. Если мы сейчас ездим в какие-то фестивали, то вот он непременно одно из призовых мест занимает. На этом Василий останавливаться не собирается. В планах усовершенствовать колеса Артамонова и выиграть ежегодную гонку на одну версту на самодельных велосипедах, которая проходит в городе Углич.